Всем привет! Сегодня с вами канал покупочки и посылочки. Сегодня мы с вами открываем две посылки. Одна вот такая вот большая, видите, какая она? И одна вот такая вот маленькая. Давайте начнем, наверное, с маленькой. Ее легче открыть. Что там, я не знаю. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Да, это, ребята, набор обуви для кукол, так как у меня девочки. Они очень любят куклами играть, у них очень много кукол. И посмотрите, пожалуйста, какая тут обувь, тут всякая. Видите, тут есть как и длинные, так и короткие, и на Monster High, и на Барби, на некоторые налезут. Ну, короче, качественная обувь. И она, знаете, даже не пахнет. Вот не пахнет, серьезно говорю. Посмотрите, какие туфельки есть здесь. Вот такие вот туфельки. А мне вот эти вот почему-то больше понравились. Посмотрите, какие сладкие туфельки. Сапожечки есть. Такие всякие-всякие. Видите, какие красивые. Смотрите, какие красивые. Все, давайте теперь уберем эти туфельки. И приступим вот к этой большой посылке. Хрупкий груз. Да, здесь написано, ребята, не бросать хрупкий груз.